Нет, ну я знал, что у вас как бы хунта, она не совсем адекватная, но доходит иногда просто до маразма. Вы знаете, я вот читаю тут новости, читаю письма, которые мне люди пишут и рассказывают, что происходит. Но это, знаете, это просто цирк в другой раз. Ну, например, сегодня там в Минске арестовали пацана, он проходил на какую-то спортивную арену, не суть на какую, абсолютно не важно. И у пацана был паспорт, завернутый в обложку БЧБ. Ну и что? Спросите вы. Ну, завернут, дальше что? Арестовали, завезли куда-то в гестапо, начали допрашивать, начали какие-то следственные действия. Всего, обложка, паспорта. Вы что, совсем там рехнулись? Это говорит о том, как они паникуют, вы понимаете? Это режим просто в панике, в какой-то истерике, абсолютно и абсолютно неадекватное какое-то поведение. То есть они скоро, например, я не знаю, там если. Не знаю. А если собака белая будет стоять рядом с рыжей собакой, их тоже арестуют как бы за БЧБ. Ну, уже доходит до такого маразма, что тяжело даже каким-то образом это все объяснить, да. Вот. Но речь на случай не об этом. Речь идет о том, что хунта ликвидирует любые общественные организации. Ну, понятно, что они расправились с независимой прессой. Из-за этого те оставшиеся так называемые белорусские газеты, которые, лояльны этому недорежиму, их никто не читает и никому не интересно, они вот все, кто там остался, они нужны 3% населения, которые это все читают. Вот, собственно, больше их никто не читает. Ну ладно, расправились с общественными организациями, политическими какими-то там, расправились с организациями, которые занимались правами человека, там, адвокатскими и так далее, тоже расправились, их нету. Вы знаете, они в своем маразме дошли до такого, что они начали расправляться с организацией, которые занимаются экологией, в частности, болотами. Ну, елки-палки, всякий маразм, он уже как-то имеет же какие-то все-таки там формы, обличия и границы. Не, оказывается, не, это беспредел, оно беспредельно. Вот когда они сосходят с ума, то сходят с ума тоже по беспределу, потому что они, ну, они по-другому не умеют. Значит, они сейчас дошли до того, что они ликвидировали общественную организацию «Багна». Это, я так понимаю, «Багно» у нас есть тоже это слово такое. Это значит болото, грязь, да. То есть люди, которые, они вообще не политические. Они занимались болотами, да, жизнью, сохранением болот, как частью экологии. У нас в Украине тоже такие есть. Слово «багно» и «багна», судя по всему, абсолютно одинаковое на белорусском и по-украински. Что вы думаете? Они их ликвидировали. А, чтобы вы понимали, чем занималась, ну, судя даже уже по названию, понятно, что организация чисто экологическая, там нет политики, да, вообще от слова нисколько. Организация осуществляла экологическую, образовательную, культурную, информативную деятельность, распространяя идею устойчивого развития, защищая природные экосистемы и биологические виды, продвигая право граждан на благоприятную окружающую среду. А вы знаете, в этом, конечно, есть крамола, однозначная крамола. Продвигая право граждан. Вот по вот эти три слова, а если опустить на благоприятную окружающую среду, то, конечно, да, это вы знаете, это, конечно, серьезнейшее нарушение прав Лукашенко на спокойную старость. У граждан Беларуси не должно быть права от слова вообще. И тут действительно Лукашенко прав. Он вовремя устранил вот эту вот ужасную опасность со стороны болот, которая грозила его накрыть одним, знаете, таким большим хлюпом. Ляп, и нет никакого Лукашенко. Есть только жаба, которая там по болоту прыгает и скачет. Ну, дожились до маразма, честное слово.